Я понимаю, тяжело решить, кого из друзей послать на смерть. Поэтому хорошо, что у тебя есть друг, который уже мертв. И он был бы рад начать с тобой этот самоубийственный поход. Ты, я и Арасака Тауэр. Звучит, конечно, как припевы в песнях Керри, но я тебе обещаю, все будет заебись. А что, ты уже придумал какой-то план? План? Ты меня с бестией не перепутал? Я хочу, чтобы ты взял самый крутой ствол, какой найдешь, вошел в башню с главного входа и пробился на нижние этажи. Если Ханака не врет, Микоши находится глубоко под землей. Надо просто найти нужный лифт. Да, такой вариант мне нравится. Лучше умирать в перестрелке с оружием в руках. Ты только что озвучил, как становятся легендой. Давай, снаряжайся и пойдем на штурм. Добро пожаловать в Арасака Тауэр. Ну что, напоминаем, сыграем в 2023? Напоминаем, что в здании запрещено проносить оружие и опасные вещества. Желаем вам хорошего дня. Ха-ха, ему пиздец! Он ранен, убивай! Осторожно, они у себя дома. У них есть планы перехвата на все случаи жизни. Ищем лифт и поехали. Сука. Нам нужен ключ доступа. Надо найти главного охранника. У него должен быть при себе ключ доступа. Нормально.
тревога! Открываю огонь! Ключ доступа. Теперь можно спуститься на лифте. Ну? Начинаю думать, что план и в тот раз не был провальным. Ну давай уже. Сетевых операций. Похоже, отсюда можно контролировать все здание. Подключим там твою девушку и посмотрим, что она устроит. Скорее всего, внизу. Нас уже готовятся встретить по всем правилам. Раз уж нам все равно выходить, так лучше под фейерверки. Они наверняка засели в засаде. Сосредоточься, ты лучше их. Ты справишься. Тут, похоже, любят ебать в жопу без прелюдий. Готовься, Ви. Сука. Все плохо. Все... Быстро, быстро! Осторожней!
Это просто бомж с улицы! Сюда. Я не эксперт, но это похоже на главный сервер башни. Интересно, что будет, если мы подключим к нему альт. Ну, держись. Вступаю. Я не хочу убить. Да. Только не здесь. Надо валить отсюда. Да. Он ранен, стрель... Никаких слотов не вижу. Главный сервер, скорее всего, где-то под полом. Надо понять, как его поднять. Ха, такое ощущение, что мы в компьютерной игре. Терминал. Взломать сможешь? Сейчас проверим. Эх, Спайдер, как же тебе сейчас не хватает. А мы не вот это ищем? Так... Ну и... Ложись! Yeah!
Выключай. Мы нашли для Альт новый дом. Ну, надеюсь, ты не перехвалил свою бывшую. Стреляй! Взгляните, я грозный царь царей. Контроль над системой безопасности перехвачен. Враждебный персонал нейтрализован. Путь в Микоши открыт. Давай, пошли. Нетранеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный отряд охраны. Альт! Ты здесь? Можешь открыть дверь? Смотри, не надорвись. Ah!
Выше. Боец сильнейший. Привет тебе от Джонни Сильверхэнда. Ты издеваешься или что? Согласен с предыдущим оратором. Просто добей его. Я победил злейшего врага Джонни. Неплохо прокачался, видимо. Черт, это приятно. Видели это место во сне. В центре зала есть точка доступа. Найди ее. Подключи. Пойдем. Осталось еще чуть-чуть. Я буду тебя ждать. Не знаю как, но у нас получилось. Увидимся на той стороне. Пойдем же мы с тобой вперед, по улочкам, где нас под небом вечер ждет, что распластался, как под наркозом пациент. По улочкам, наполовину молчаливым, в их шуме еще живы дешевые ночлежки, где никогда не спят, и кабаки с опилками, что под ногой шуршат. Улочки, что тянутся, как роковой момент, в тоскливом споре, где твой оппонент готовится тебя сразить, задав вопрос. Только не спрашивай, какой. Уже уходим мы с тобой. Вот ты где. Ну и кто был прав, дедуля? Ха, конечно, ты, Ви. Кто же еще? А кто должен просить прощения? Ой, да иди-ка ты.
Так это она? Та самая жуткая тюрьма душ? Я запомнил ее немного иначе, но тогда Альт не стояла у руля. И где же все жертвы душегуба? Да хер его знает. Мы видим только то, что хочет Альт. Ну, когда начнем? Ты что, до сих пор не понял? Чего? Ты о чем сейчас? Альт нас уже разделила. Она врубила душегуб, как только ты подключился к Микоши. Твоя баба времени не теряла. Я не его баба. Привет, Аль. С разделением душ мы покончили, я так понимаю. Что дальше? Мне осталось проверить контрольную сумму и устранить ошибки копирования энграммы. Подожди, ты хочешь сказать, я конструкт? Она хочет сказать, что ты теперь как я. Осталось только пересадить тебя в органическую клетку с нейронами. Погоди. Я хочу узнать, что со мной случилось. В подробностях. Я использовала душегуб, чтобы разделить вас и создать конструкт V. Дополнительный энергетический протокол блокировал болевые ощущения. Из энграммы не удалось устранить все изменения, вызванные смешением сознаний, но ее целостность высока. То есть ты можешь перенести его сознание обратно в мозг? Как если бы это был чистый носитель. Вы все еще собираетесь разнести Микоши? Ага. По кирпичику. А что будет с теми, кого сюда кинули? Я освобожу их и заберу с собой. Ага, давай, пизди больше. Ты их всех поглотишь и сделаешь частью своего кода. И я бы сказал, это лучшее, что могло их ждать. Значит, все кончено. Ты выполнила свое обещание. Я не приняла во внимание только один аспект. Альт, какой? При таких операциях тело – ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрон. Блять, давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкт в твое тело. Этого уже ничто не изменит. Вы договорились у меня за спиной, да? Вы не собирались оставлять меня в живых. Это что, шутка такая? Ах ты, двуличный уебок. Ты все это время ждал, когда я наконец пойму, что ты с самого начала собирался меня наебать. Сделаю вид, что я этого не слышал. Альт, вопрос. Тело отторгнет конструкт Джонни? Нет, они совместимы. Это его тело. Все, Альт, хватит. Нам с Ви надо поговорить. Ну, охренеть. Все было зря. Все было бесполезно. Я больше не могу. Я устал. Особенно от тебя. Круто. Значит, действуем по плану. Я ухожу с Альт в ебаное ничто, а ты забираешь тело. И куда она может тебя увести? За черный заслон, чтобы стать ее частью. Не знаю, что это значит. И что там за черным заслоном? Если я окончательно не слечу с катушек, меня там уже никто не достанет. Может, побудешь конструктом, пока мы ищем другое решение? Другое решение требует договариваться с Арасакой. Я пас. О, блядь. Стать невнятной тенью в цифровом безвремени. Я лучше сдохну. Когда получаешь возможность забыть о теле и повседневных заботах, начинаешь смотреть на все совсем иначе. То есть... тебе остаются только воспоминания о любви, о головной боли с похмелья, о вкусе еды, о горячем виске на пляже. Нет, спасибо. Значит, возвращайся к жизни. Хотя бы на полгода.
Мне казалось, жизнь не стоит того, чтобы так за нее цепляться. Она и не стоит. Нет. Присмотрись. Видишь блики из-за черного заслона? Они дают надежду. Может, это адское пламя или небесный свет? Может, так Энграмма воспринимает код? Но это путь к выживанию. Мы научились превращаться в данные, но внутри нас все еще сидит зверь. Заглушить его инстинкт выживания почти невозможно. Да. Этот зверь – часть природы человека, как и сопротивление ему. Неужели нет другого пути? Повторюсь, Джонни может забрать твое тело, а ты можешь пойти со мной. Я имел в виду не это. Разве не может быть, типа, счастливый конец для всех? Для всех? То есть и для таких, как мы? Не в этом городе. По крайней мере, у тебя есть выбор. Ты заслужил его своим упорством. Мост ведет глубже в киберпространство. Если ты перейдешь его, то навсегда утратишь связь с телом. Обратный путь к телу проходит через этот колодец. Альт, скажи, что бы ты сделала на моем месте? Ты должен пойти со мной. Расскажи хоть, что меня там ждет. Я стану прямо как ты. Я была нетранером. Я знала, как выживать. Ты не похож на меня. За черным заслоном много опасностей. Но лучше погибнуть как вольный дух, чем умереть в обреченном теле. Не делай этого, Ви. Воплотится твой самый жуткий кошмар. Сеть изменит тебя. Ты перестанешь быть собой. А ты? Я сделал первый шаг к этому уже давным-давно. Мне будет легче справиться. Мы договорились. Я сказал, что тело должно остаться тебе. Но я не могу. Не могу. Извини. Да ладно, не извиняйся. Мы с тобой давно знали, как все сложится. Хватит, прекрати пороть херню. Только если ты прекратишь извиняться через слово. Сука, я собираюсь одним ударом прикончить друга и разорвать свою душу пополам. Ты даже не представляешь, что я чувствую. Как знакомо. Где-то мы с тобой это уже слышали, правда, Ви? Я останусь с тобой. Хочешь ты того или нет? Твою мать, ты даже не пытаешься защищаться! Знаешь, ты научил меня, что не надо каждый раз рвать жопу. Нужно копить силы, чтобы однажды сделать большой бум.
Центральный дворец! Громадная орбитальная станция, куда всем нам, простым смертным, вход заказан. Говорят, там самые дорогие казино, самые красивые женщины. И вообще есть на что посмотреть. Но то же самое говорят и про Найт-Сити. Рай на Земле, рай на орбите. Для таких дождевых червей, как мы, никакой разницы. Кстати, если хотите увидеть дворец, не забудьте забраться куда-нибудь повыше. Извиняйте, дорогие жители нижних уровней Найт-Сити. Вам снова не повезло. Тем, кто не увидит ничего, кроме смога, посвящается песня Джонни Сильверхэнда. Мы помним о тебе, старик, где бы ты ни был. Чего меня не подождала? Не хотела тебя будить. Все нормально? Ты как? Нет, не нормально. Ничего, блядь, не нормально. Пиздец. Банан. Пойду подышу. Вот, если честно, по Найт-Сити я скучать не собираюсь. Что ты вообще в нем нашел? Столько говна случилось в Микоше, а ты все равно хочешь жить в этой помойке? Не понимаю, почему ты не можешь просто забить на все? Поехали со мной! А что изменится, если я поеду с тобой? Мне осталось-то всего пара месяцев. Зато это будет пара месяцев среди людей, которые тебе важны, и которым важен ты. Или стой. Может, дело как раз в этом? Думаешь, тебе будет проще умирать одному? Ты знаешь, что это не так. Ви, смотри, какое дело. Завтра я уеду, мы сворачиваем лагерь. И уезжаем на рассвете. Я не хочу тебя терять, но и уехать не могу. Я уже не научусь жить и думать по-другому. Но мое радио всегда настроено на Стэнли. Может, я услышу о тебе? 100%. Черт! Ненавижу прощаться. У моего клана была поговорка: не спеши прощаться. На дороге много развилок и перекрестков. К
Кочевники умеют загнуть. Кстати, ты мне так и не рассказала про мужика из Кавказа, который ездил у тебя в багажнике. Забавная история, да. Когда-нибудь расскажу, если наши дороги снова пересекутся. До скорого. Я буду тебя помнить. Всегда. Здравствуйте. Спасибо, что выбрали сеть Доломейн. Куда желаете полететь сегодня? В посмертие. Жми на полную. Как пожелаете. Мы воспользуемся выделенными воздушными коридорами. Задержек не предвидится. Заебись. Позволю себе заметить, что у вас утомленный вид. Тяжелая ночь. Скорее, тяжелый месяц. Мне очень жаль это слышать. Сеть Деламейн готова предложить вам дополнительные услуги, которые помогут улучшить состояние вашего здоровья. Более того, рад сообщить вам, что сеть Деламейн теперь сотрудничает с Трауматим. В рамках акции «Безопасное путешествие» доступен пакет медицинских услуг, которыми вы можете воспользоваться в поездке. Лечиться мне и поздновато, и дороговато. Боюсь, я не вполне понимаю. Поскольку вы обладаете практически неограниченными средствами, мы могли бы найти подходящее решение. Просто забей на это, окей? Как будет угодно. Как там дела у Арасаки? Что вообще по ситуации в городе? Я нашел статью об Арасаке, которая вас заинтересует. Корпорация по-прежнему находится в кризисе. Большинство упоминаний в СМИ связано с огромным ударом по имиджу компании, а также с ее политическими и финансовыми неудачами. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Ага, обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали, а сами собирали энграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. Абсолютно верно. Как бы то ни было, Арасаки требуется время на реорганизацию. Полагаю, вы и посмертие пока в безопасности. Хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Надо же, кого я вижу. О, привет. Как дела? В клубе все нормально? Это ты мне скажи. Все, что происходит в посмертии, теперь твоя ответственность. Ха. Прямо интересно, что мне скажет этот клиент. Ну еще бы. Он тут ждет. И прежде чем ты уйдешь, давай с тобой немного поболтаем. Что-нибудь выпьешь? Как обычно.
Сейчас будет. Так-так, погоди. У нас тут не та ситуация, чтобы брать как обычно. Тебя ждет бескрайняя пустота. И ты в курсе, какие там ставки. Да, напомни мне еще раз. Перед каждым большим делом, как ты знаешь, я всегда пропускаю стаканчик текилы. Любимый бренд Джонни. У всех свои ритуалы, амулеты, счастливые трусы. Я сейчас говорю не про удачу, а про память. Я думала о Джонни, чтобы напоминать себе, ради чего все это. Что я вообще делаю в этом городе? Бестия. Короче, уважай традиции по смерти. Клэр тебе намешает фирменный коктейль. Давай, выбирай. Можешь сделать мне Уэлса? Выпью за Джеки. Скучаешь по нему? Джеки так стремился в этот клуб. Хотел работать с такими, как ты. С легендами. Он мечтал, что все в посмертии будут знать наши имена. Высшая лига, Ви. Вот наша цель. Высшая лига. Ну, пей. Тебе не повредит. Пей. Тебе не повредит. Ни пуха, ни пера, Ви. Если кто-то и может провернуть такую затею, это ты. Спасибо, бестия. Ви, этот момент все-таки настал. Я, наконец, встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рад, что не разочаровал. Садись. Ну, рассказывай. С чего начать? Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовал все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. А у тебя есть какие-то сомнения? Надеюсь, ты не хочешь отменить заказ? Отменить? На этом этапе? Нет, это будет невыгодно. Я пойду до конца. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. Поэтому ты и нанял меня. На самом деле я тебя нанял, потому что ты пойдешь на все, чтобы получить хотя бы призрачный шанс на выживание. Даже если ради этого придется оказаться на волоске от безвременной гибели. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи! Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Угу. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится... Ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить.
что, была не была. Удачи! Увидимся внизу. Конец связи. Раз в неделю. Хоть раз в месяц. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Микаса эс сукаса. Но се те ольвиде. А и ты веуви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как твои дела? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. А так вообще... Кое-как справляемся вроде. Семья постоянно растет, заказов теперь много. Иногда я мечтаю просто, нормально выспаться. Но нельзя же, чтобы было все и сразу, правильно? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Позвони, как тебе станет скучно в городе. Я тебя прокачу куда-нибудь, далеко-далеко. Ну, как-то так. Удачи тебе там, Ви.
Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сеппуку, самурай сочинял Джисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких, некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай, поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксойеро! Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогой мой, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен.